Сегодня выбрались мы погулять. Покажем куда. Ждем нашу автобус 230. Буквально за 10 минут доедем. Недалеко от дома, но будет красиво. И нам туда прямо. Сегодня вот такая красота на улице. Обещают нам потепление. Плюс 4 сегодня на улице. Сегодня у нас 11 число. Вот. Так что тепленько, хорошо. А Лиза там нашла лед. И убегает от меня потихоньку. Мы немного поднялись на гору, и уже немного видно, зачем мы сюда пришли. Вон линия горизонта. Там Лиза воюет со льдом. Вот такие глыбы здесь лежат. И здесь интересные домики. Кто-то безобразно бросил самокат. Но от того холмика вид еще лучше. И здесь хочу поделиться еще очень интересные такие скамеечки. То есть летом можно прийти и позагорать. А теперь мы поднимаемся на самый верх, на холмик. И нам очень повезло сегодня. Солнышко. А здесь еще рядом была копальня. Добывали уголь. Лиза расстроилась. Раньше там была штука, в которой можно было смотреть. И было очень далеко видно. Ну, а теперь полюбуйтесь видом. И в ту сторону. Красота! Кто покоритель вершин? Я! У-ху! Я пойду. А ты? И я иду. Нет, здесь. Сюда иди.